Они сыграют любую мелодию. Из мультфильма, классику, современный хит, авторскую композицию, но на свой манер. Группа «Дети ветра» все исполняет в направлении джаз-мануш или цыганский джаз. Джаз-мануш возник в 30-х годах во Франции, когда туда пришел джаз классический. И цыгане стали лишаться работы. Ну, потому что никому не интересно было Айнане слушать. Всем хотелось джаз. Они такие, оп, ну, цыгане очень музыкальные ребята. И они, давайте смешаем нашу музыку с джазом. В ней энергия, в ней какая-то душа. Только в свой цыганский джаз они добавляют балканских мотивов и настроения, легкого юмора и неповторимого артистизма. За него в коллективе отвечают актеры Иркутского драматического. Оба Алексеи, оба Орловы. Тезки сыгрались 6 лет назад. Их ритм и соло-гитара звучали сначала в гримерке, потом в спектакле и на театральных праздниках. А во время режима самоизоляции к дуэту Орловых присоединились музыканты Егор Берлизев, бас-гитара, и Константин Токарский, ударные. Каждый записывал свою партию дома, потом звук сводили. Но сегодня есть возможность играть вместе, и исполнители буквально улетают в свою музыку и увлекают за собой слушателей. Мне нравится легкость, мне нравится этот ритм, мне нравится какой-то драйв в этом. Это необычность даже. И свобода в этом есть. И когда это все зазвучало вместе, и бас, и ударные, там, перкуссия, и мы с Лехой, для меня был такой даже какой-то легкий шок, что неужели я вот в этом сейчас участвую, то, что сейчас звучит. Потому что быть как бы частью, ну, мне кажется, это красиво. Ну, мне так ощущение изнутри. И я действительно получаю удовольствие от этого процесса. Первый концерт «Дети ветра» сыграли в Доме актера при поддержке Союза театральных деятелей. Сейчас готовятся к новым выступлениям. 7 июня в 130-м квартале, а 28-го цыганский джаз вновь зазвучит в Доме актера. Мишева, Артур Рощупкин, АСТ-ТВ.